Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем разговор о православной психологии. И мы уже с вами выяснили, что основа православной психологии составляет учение о страстях. Святоотеческое учение о страстях – плод многовекового опыта общения людей с Богом в церкви. И действительно, трудно переоценить достоинство этого учения, потому что именно оно открывает человеку все тайны его такой глубинной поврежденности, приоткрывает завесу над всеми проблемами и трудностями, с которыми сталкивается человек от рождения до смерти. Весь коловорот человеческих страстей, как мы говорим, судеб человеческих, трагедий и так далее. Сегодня мы с вами должны поговорить еще об одной страсти, очень важной. Это страсть блуда, блудная страсть. Пожалуй, что вся человеческая культура, она на эту тему. На тему блудной страсти. Правда, сама человеческая культура так об этом не заявляет открыто, но мы же видим, что именно взаимоотношения полов определяют очень многое в интенциях человеческой жизни. В том, что определяет нашу жизненную активность, в том числе и творческую нашу активность. Очень много произведений, литературы, живописи, скульптуры. Да и вообще все то, что люди делают, даже если они просто занимаются торговлей, это где-то внутри подспудно всегда инициировано тем, что мы разнополые. Тем, что люди – это мужчины и женщины. И вот это мощнейшее притяжение полов друг к другу, оно как раз и определяет характер, содержание, направленность и, наверное, даже и интенсивность человеческого творчества, человеческой культуры. Почему именно это? Да все очень просто. Дело в том, что это ведь не случайно то, что мы разнополые. И это не для того, просто чтобы все живое размножалось каким-то образом. Но есть и бесполые живые существа, которые размножаются там спорами, почкованием и так далее. Мы видим, что чем выше уровень жизни, тем выраженнее дифференциация половая. А у человека она просто имеет максимальное такое выражение. Мы видим, что Бог создал человека, мужчины и женщины. Вот эти интересные слова, которые очень долго человек может не вмещать в свое сознание. Создал Бог человека, мужчину и женщину создал их. То есть человек – это мужчина и женщина. Мужчина и женщина – это полнота человеческой природы. То есть, посмотрите, человек – это не индивидуум. Это не отдельная особь. Это не персона. Человек – это семья. Тогда, когда мужчина и женщина вместе, вот именно тогда – по заповеди Божьей, оставит человек родителей своих, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Вот. Это и есть человек. Нормальный. Нам трудно себе представить, при нашей разделенности полов, разобщенности, нам трудно себе представить такую степень единства. Мы вроде бы к этому стремимся, но именно то, что мы разные, то, что мы отдельные, то, что невозможно во всей полноте реализовать то, что было разрушено и разобщено грехом, именно это мы считаем нормальным. Но нет, норма-то была до грехопадения. И то, что с нами происходит после грехопадения, в течение всей человеческой истории, это слабые человеческие попытки, неосознанные даже, восстановить то, что было разрушено грехом. И мы видим, что то, как мы это делаем, очень часто заставляет нас страдать. Ну, потому что оно сразу, изначально,
принимает характер страсти. Страсть блуда, она врожденная, так же, как и все остальные страсти. Почему именно так болезненно, ненормально, а в виде какой-то патологии мы способны сами реализовывать свою энергию пола? Ну, потому что без Бога восстановить то, что когда-то было Богом создано, просто нереально, невозможно. Вот мы пытаемся создавать семьи без Бога уже многие десятилетия. Очень много людей пытаются это делать, вынося Бога за скобки, даже вообще не имея его в виду, просто вот руководствуясь своим желанием быть вместе, мужчина и женщина. Этого требует энергия пола, которая созрела у нас на определенном этапе жизни. И что? И мы видим, что у нас это не получается. Мы видим, что из 100 браков у нас около 80 распадается. Причем половина из этих 80 после первого года совместной жизни. Мы хотим восстановить разрушенное грехом, но у нас ничего не получается у самих. И даже там, где семьи не распадаются, мы видим, что люди там очень часто несчастны. Именно потому, что они вместе. Именно вот это желание быть вместе, оно реализуемо каким-то очень болезненным, страдальческим способом. Когда оба мучаются. И дети, которые рождаются в этом браке, они тоже вынуждены страдать от этой невозможности только одними человеческими силами восстановить то, что разрушено грехом. Мы ведь, кроме того, что блудные, мы еще гордые, тщеславные и унылые. А гордый, тщеславный и унылый человек, он может только использовать других людей в своих личных целях. Он по-другому к людям не может относиться. При всем желании любить другого человека, гордость, тщеславие и уныние не даст реализоваться этой потребности. Это явление настолько универсальное и всеобщее, что это позволило когда-то Зигмунду Фрейду, или Фрейду, как его называют еще, выдвинуть теорию пансексуальности. Да, сексуальностью пронизана вся человеческая активность. Но это не случайно, просто мы мужчины и женщины. Человек – это мужчина и женщина. Поэтому все, что человек делает, это всегда имеет сексуальную окраску. Всегда. Ну и потом, это ведь еще и залог жизни человеческого рода. Просто залог его существования на белом свете. То, что мы разнополые. Потому что именно от этого рождаются дети. То есть следующие люди, следующее поколение людей появляется на земле. Если бы не это, человечества бы давно бы уже не было. И так как заповедь «плодитесь и размножайтесь», она одна из первых, она настолько важна, что тогда, когда люди реализуют свою половую потребность, это сопровождается выраженными такими яркими, чувственными, приятными переживаниями. Разного свойства, и духовные, и душевные, и телесные. То, что является средством, то есть то, что притягивает нас друг к другу, и то утешение, которое люди получают, или награда, которую они получают за некий подвиг выхода из своего эгоизма и желание соединиться с другим человеком, когда это принимается за цель, когда это становится целью, а у гордого и тщеславного, унылого человека именно это и будет всегда целью, вот тогда запускается блудная страсть, которая начинает человека разрушать. Если мы с вами с этой точки зрения взглянем на человеческую культуру, то мы увидим, что то, что мы называем любовью, романтизмом, романтическими отношениями, это не что иное, как просто банальное удовлетворение своей похоти. Своей плотской потребности.
плотское, не только телесное. Плоть – это наша душевно-телесная организация, не включающая нашу духовную сферу. И там в основном господствует не любовь как стремление служить другому человеку, стремление посвятить себя ему, жить им, а там господствует самообслуживание, где мы для себя используем другого человека. Все, чем он обладает, все, чем его наделил Бог. Мы хотим этим себя утешить. Мы благодаря этому хотим устроиться здесь, в жизни, в земной. Обеспечить потребность других страстей своих. Сребролюбие, гордости, тщеславие и так далее. Когда юноше, девушке объясняется в любви, он, как правило, говорит: «Мне хорошо с тобой». Девушке это тешит слух. Но приятно, когда другому человеку с тобой хорошо. Это как-то и мою гордость и тщеславие подогревает. А что значит «мне с тобой хорошо»? А это значит, что человек имеет в виду только себя самого. Он не имеет в виду другого человека, он не живет его интересами. Ему хорошо в присутствии этой девушки или девушки в присутствии юноши. И вот это «мне хорошо с тобой» – это лейтмотив всех наших отношений между мужчинами и женщинами, если они не облагорожены Богом, общением людей с Богом. Ведь мы знаем прекрасно, и вся христианская культура, она об этом очень красноречиво свидетельствует, что то, что создано Богом и разрушено человеком, я имею в виду именно семья, райское состояние человеческой природы, может быть восстановлено только Богом. Без Него это реализовать невозможно. Без Него мы, к сожалению, вынуждены будем только блудить, то есть удовлетворять свою блудную страсть, с которой мы родились. Это будет обязательно отравлять нам жизнь. Как страсть, как страдание, как болезнь, это будет вызывать стимуляцию других страстей. Это будет стимулировать и ту же гордость, тщеславие, сребролюбие, наше уныние, нашу печаль. Мы ведь видим, что в отношениях между мужчинами и женщинами очень много нереализованных потребностей. Очень много несоответствия желаемого действительному. Даже вот народные песни о любви – это, как правило, любовные страдания. Это когда не состоялось то, на что человек рассчитывал. Это всегда пронизано печалью, которая вызывает уныние, иногда отчаяние, иногда нежелание жить. Мы видим, что когда мы говорим вообще слово «страсть», мы всегда имеем в виду именно наши половые отношения. Страстный мужчина, страстная женщина. То, что с нами происходит, как с мужчинами и женщинами, в основном навеяно блудной страстью, если не исключительно ею, то тогда мы ничего не поймем в наших семейных трагедиях, в наших личных судьбах, крушении наших судеб, в наших многочисленных душевных расстройствах, которые имеют источником блудную страсть. А христианство как раз-таки позволяет человеку выйти на светлую дорогу и обрести любовь друг к другу. Я вам напоминаю, что мои лекции «Школы православного самосознания» можно заказать по телефону в Екатеринбурге, по телефону 219-71-21. Также можно сделать пожертвование на строительство нового реабилитационного центра «Подвижник». Подробности на сайте Боровских Рут. Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!